Добрый день, дорогие друзья, и мы с вами вот такую красоту приобрели. Первый сорт картофеля — это у нас Коломба. Второй сорт — это у нас Американка. Третий сорт — это у нас Майка. И четвертый сорт — Эволюшн. Видим то, что все сорта у нас имеют хороший вот размер для посадки. Нет у нас крупных, как всегда продают, одна к одной, прям замечательно. Конечно, есть некоторые вот порезанные, но порезы у нас без загниваний, нету никаких поражений. Вот с четырех маленьких мешочков, которые были где-то по 10, по 12 килограмм, выбрали вот столько всего лишь гнилой картошки. Мы видим, вот такие мы сразу убираем. Есть вот такое поражение. Это, в принципе, еще могла пойти то, что это сухая гниль. Она, в принципе, попадается у нас часто. Вот такое уже нужно убирать. Такое сажать нельзя. То же самое, как и вот такая вот картошка. Она полностью всем поражена. Мы ее сразу убираем. И вот у нас уже 4 ящичка готовы. Есть еще 5-й мешочек. А какой, вы узнаете уже в следующей серии. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.